Здравствуйте, друзья! Живу в юго-западной части Восточной Сибири, и сегодня я вам покажу. А вы, конечно, уже поняли по названию ролика, что у меня очередной эксперимент с грунтом, и посмотрим, в какой грунт лучше проходит черенкование, где же укореняются лучше наши растения. Я вам покажу на примере немезии. Вот здесь вот она у меня стоит в стаканчиках. Укорененная, и я вам все сейчас про нее расскажу. Знаете, немезию не могу сохранить никак. И черенкую постоянно, черенкую, перечеренковываю, потому что на нее напал клещ, на нее, на бидденс, на георгины. И после двух обработок они сейчас выглядят нормально и стали укореняться. Вот здесь вот тоже укоренили. Здесь три растения укоренила в разный грунт. И сейчас вам все расскажу и покажу. А брала я грунт такой. Значит, агробалт, торф, потом торф кислый из брикета. На брикете написано, как его превратить в почвогрунт. И еще почвогрунт камелия. Это для комнатных цветов. Я специально его не покупала. Мне подарили вместе с вазоном на день рождения. И я решила тоже его взять в эксперимент. Все я вам сейчас показала все эти грунты, вставила фотографии, и вот мы с вами и будем смотреть. Друзья, вот моя немезия. Так, смотрим. Эта немезия была зачеренкована в грунт камелии. Вот сейчас, перед тем, как вам ее показывать, я решила вытащить ее из, ну, стаканчика. И уронила, и всю рассыпала. Но вы, друзья, видите, что вот она, у нее корешки есть, она укоренилась, и все с ней нормально. Я сейчас досыплю сюда еще земли, и все будет у нас хорошо. Я думаю, ничего с ней не станет. А немезия это такая красотка, друзья. Такая красотка. Сейчас ставлю фотографию. Вот. Так, грунт камелия укоренилась нормально. А вот это у нас немезия. Я подписала ее. Так, торф кислый. Здесь кислый торф из брикета. И вот так она выглядит. Сейчас мы ее вытащим из стаканчика и посмотрим. Вот видите, какие корешки. Тоже корешки нормальные. Все с ней нормально. Так, сейчас мы покажем, как же у нас укоренилась в агробалт. Так. Так. И последний я вам покажу из агробалта. Так. Агробалт синий, то есть универсальный. И в агробалте укоренилась. Но в агробалте они дали больше корешков. Посмотрите, уже по кругу вот так вот видны корешки. Оплетает ком. И главное, когда вынимаешь, он не, совершенно не разваливается. А вывод такой. Укореняется в любом грунте, если есть надлежащие условия. Подсветка у меня в данном эксперименте был теплый коврик, на нем стояли растения на этом коврике. И поэтому укоренились везде растения. Но в агробалте, как вы увидели, укоренились они получше, побольше корешков, поудобнее вынимать растения из стаканчика, переваливать, как я всегда говорю, правильно говорить, не вынимать, а переваливать в больший объем. Вот так, друзья. Поэтому черенковать можно в любой грунт, в любой торф. Главное, чтобы он был воздухо- и влагопроницаемый. Этот почвогрунт, даже он может быть не торф, а просто земля, грунт для растений. Вот, друзья, вот такие мои выводы. До свидания. С вами была я, Наталья, и мой канал «Делимся опытом взаимно».